22 июля в парке имени Халилова города Каспийска прошло возложение цветов, приуроченное к 30-летию пограничного управления ФСБ Республики Дагестан. Федеральная пограничная служба региона уже много лет трудится для охраны и защиты нашей всеобъемлющей страны. В мероприятии приняли участие представители госструктур республики и администрации во главе с Борисом Гонцовым. Они почтили память всех пограничников, кто отдал свое будущее ради нашего. Началось возложение у памятника пограничника в парке имени Халилова, а завершилось у стелы по улице Ильяшенко, возведенной в память о жертвах теракта 16 ноября 1996 года. Отметим, что проводятся подобные мероприятия в целях укрепления боевого духа и патриотического воспитания подрастающего поколения.